доброе утро! Я хочу показать вам площадку, где сегодня прошло занятие йогой. С видом на долину Кулу, долину тысячи ведических богов. А вот это... Что же это такое? Как интересно! Представляете, какие здесь энергии? Сегодня у нас была очень интересная тема. Я рассказала о том, как можно нивелировать любые чужеродные влияния. Да, это, наверное, тема Бабы-Яги. Все повторяется. Избушка на курьих ножках. Именно поэтому меня сюда перевели в Гималаи, потому что эта энергия сейчас необходима нашим женщинам. Перерождение. Благодаря нам... Наши мужчины будут перерождаться, мир будет перерождаться, дети, потому что сейчас новое время грядет безвозвратно, только вперед, только к свету.